да. Так, а давай сделаем рекламу твоего фестиваля «Энигма 2016». Дышим, улыбаемся, аплодируем. Ну, скажи пару слов, есть такая возможность. Извиняюсь. С 22 по 26 июня 2016 года на прекрасном берегу Азовского моря будет проходить замечательный фестиваль «Энигма Фараби», уже наш третий фестиваль. Главная звезда фестиваля приезжает из Египта. Ее зовут Ранда Камал. Она точно будет, она уже подтвердила. Так что все будет хорошо. Еще у нас будет итальянка, звезда итальянского балетанца Мартина Деллини. Также звезда балетанца из Сербии Гордана Мингик. Я знаю, что на данный момент эти имена вот ничего не говорят, но это действительно профессионал своего дела, это действительно звезды своей страны. И еще... Ну да, Артём будет с Фадом обязательно, без них никак. И в отдельной. Еще будет Виктория Немирская из Беларуси. Также еще у нас будет Тамила Талади в роли главного судьи. Елена Дударская. Юлия Тарковская. И победительница нашей зимней «Энигмы», девочка, которая выиграла корону Сураи Ибрахим. Ее зовут Анна Кухаренко, одна из Днепропетровска, тоже будет преподавать. То есть наши фестивали отличаются тем, что они международные, независимое судейство, и суперпризы в виде преподавания, дизайнерских костюмов, сертификатов на разные фестивали по всему миру. То есть будем очень вам рады, проживание очень дешевое, питание тоже классное, еще и море под боком. Добро пожаловать!